Смысле, тут нужно сделать принт на некоторые документы. Такой офис-депо. Просто смотрю, сколько вот планшеты стоят. Так, ноутбук. Вот эта цена. Этот 180. Lenovo N11, да? Так, что тут у нас? 720. Asus. Какой Asus? Сколько? Lenovo. Шестьсот восемьдесят. Asus. Lenovo непонятно сколько. Сумочки для ноутбуков. Так, экран. Цены не вижу. Здесь нету цены. HP и там HP. Только цены нету. Сколько там? Сто пятьдесят. Хороший экран, как с тобой. Asus, HP, Asus, HP 239. Вот такие вот классные, вот эти вогнутые. Да нет, вот такие. 170, 119 Asus. А там 170 Asus, да? Там HP 160. А тут всякие блокнотики, блокнотики. Что еще тут интересное есть? Планеры. Очки. Ну, здесь просто можно вот купить очки за $10, а, например, вот плюс 2,5, в основном они плюс 1,5, 1,25, плюс 2. Ну, у кого такое зрение, она одинаковая на оба глаза. Небольшой плюсик. Айпады. Это не айпады, это обложка к айпадам. Я думаю, что такое. Ну, в смысле, ну, обложка, скажем. Такие вот цены на обложки. Так, здесь для компьютера снова сумочки. Вот такая, да, хорошая сумочка, $80. Здесь 44. Такая вот. Разные 49, 59, коричневые. Так, тут на клиренсе что у нас интересная бумага различная. Так, наушники 69, 39. Такие ручечки Паркер. 34,5. Очень классная ручка для подарка. За 35. Паркер такой за 15. Ну, классный. Он для подарка вообще. Класс. Так.
Так, тут больше ничего интересного. Лампы. Лампы такие настольные. 35, 45, 52, 50. Ничего интересного. Что у нас тут? Бэкбэкс. Ну, это рюкзаки. Ну, вообще, как бы рюкзаки. И получается, вот $60. А, нет, просто рюкзак. Это не для компьютера. Еще классный мужской рюкзак. Такие вот. 109, это огромный. Это уже идут для, по 80 для компьютера. 65. Прямо это, наверное, из кожи. 190. Мне кажется, натуральная. Или... И даже на колесиках. Так, ну вот такие сумочки. Это опять рюкзаки. Бэкпакс, рюкзаки такие. 119. Такая серьезная сумочка, 80. О, для делового человека. Туда, наверное, ноутбук можно. Ну, кто его знает, все что угодно. Нет, это не для ноутбука, это просто такая дорожная, или как сказать, деловая сумка. Вот. Наушнички такие вот, 30. За 30. Где-то я видела за 20. Наверное, Best Buy. Так, это проводные, беспроводные. Настолько эти, да? AirMats. AirMats. И такие за 33. Эти все. Так, и 25 еще есть. Такие 25. Так, это все проводные. Ну, обычно за 11, за 20.